Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Как поухаживать и защитить свою лакированную обувь? Есть очень бюджетный, отличный способ и совет от меня. Берем наше касторовое масло, которое стоит копейки. И вы уже, конечно, себе приобрели. Потому что очень много домашних различных рецептов есть с касторовым маслом. Как технических рецептов, так и рецептов, так сказать, для красоты. Поэтому такое масло надо иметь обязательно. И мы сегодня будем работать с этим маслом. Для того, чтобы придать, так сказать, дополнительный блеск и поухаживать за нашей лакированной обувью. Просто берем, скручиваем кусочек бинта, наносим на него немножечко, буквально, не знаю, 5-6 капель, так сказать, масла, и осторожно растираем по обуви. Конечно, предварительно надо обувь очистить и желательно ее протереть мокрой или влажной тряпочкой и дать ей немножко подсохнуть. Особенно, если она из натуральной кожи. Потому что натуральная кожа мгновенно втянет в себя, так сказать, влагу. И там она какое-то время, даже минимальная влага еще будет. Поэтому, если она из натуральной кожи, лакированная в особых, пусть она после, так сказать, процедуры очищения от пыли, от грязи, пусть постоит минут 30-40. Потом мы берем наш, так сказать, сворачиваем бинт, наносим касторовое масло и осторожно все, так сказать, растираем тонким слоем. Потом можно поставить обувь и примерно через 10-15 минут обратной стороной бинта или даже новым свернутым бинтом мы просто ее полируем. Все. Первое. Мы ухаживаем за обувью. Особенно это актуально для обуви с натуральной кожи. Дальше. Она сразу преобразится, она начнет сверкать и будет иметь отличный, здоровый новый вид. Спасибо за внимание. Смотрите и другие мои секреты и советы для дома. И дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.